Эту машину называют коммунальным пылесосом. Техника незаменима для борьбы с мелким мусором, который остался после зимы на городских улицах. Его передние две щетки вкручивают в себя весь этот мусор, да, а пылесос это всасывает. Сзади автомобиля находится бункер, накопитель, который все вот эти нечистоты копит, и мы потом их вывозим. Мы можем сказать огромное спасибо администрации города Суздаля и правительству Владимирской области за то, что они нам предоставили возможность использовать в работе и иметь такую подметальную вакуумную машину. У этой машины другая задача. С ее помощью рабочие смывают незаконную рекламу и грязь с остановочных пунктов. Также следят за чистотой дорожного покрытия. Добиться высокого качества уборки без этой техники невозможно, говорят специалисты. Очень удобные машины в плане эксплуатации. Во-первых, они очень маневренные. То есть там, где очень сложно развернуться, эти машины прекрасно себя зарекомендовали у нас. Значительно облегчают труд. Также у них имеется навесное оборудование, ротор. Она способна чистить снег и кидать его в сторону. То есть очень хорошая машина. Три новые коммунальные машины в Суздаль поступили по решению областного правительства в декабре прошлого года. Техника российского производства, поэтому проблем с комплектующими не возникнет. О том, что город становится чище в преддверии своего тысячелетия, говорят и туристы. В год несколько раз приезжаем, это точно. Замечаете перемены? Мы замечаем перемены, причем идем, как раз обсуждаем, что, во-первых, чистенько, все урны. И все в ремонте. Очень приятно. Конечно, видно, что преображается. Причем наши любимые места. Вот ресторан наш любимый тоже вот. Готовят. Да? Готовят. Видно, что полным ходом идут подготовка к празднику. Невозможно. Красивая архитектура, красивые храмы, соборы, церкви. Вообще люди очень добрые. Прекрасно все. И молодцы, все так стараются, работают. В месячнике по благоустройству городов нашей области участвуют не только коммунальные службы, но и администрации населенных пунктов, также управляющие компании. Уборку своих территорий проводят частные организации. В конце апреля в городах и районах пройдут субботники. Принять в них участие смогут все желающие. Оксана Любимова, Татьяна Гордеева и Дмитрий Шаталов.